Предварительно установлено, что 28 мая около 22 часов на 61-м километре автодороги Р-255 Сибирь водитель автомобиля Toyota не выполнил законное требование сотрудника дорожно-патрульной службы об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону города Новосибирска. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Машковскому району начали преследовать данный автомобиль, который через некоторое время свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудникам нашли табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел. Сотрудниками полиции пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, вызвана бригада врачей, которая доставила его в медицинское учреждение. Двое других правонарушителей доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На место происшествия выезжали начальник управления по работе с личным составом и начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. По данному факту, Главным управлением МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, которая взят данный контроль начальником Главного управления МВД России по Новосибирской области. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы, которыми возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий» и части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются.